Ну, Троу вроде как работает. Если вы меня слышите, Троу вроде как то работает. напишите. Так, кружение испытания. Я, конечно, устал. Не знаю, как у меня пойдет сейчас. Попробуем. Хотелось бы как-то потренироваться здесь побольше. Молодец. Так, хорошо. А где музыка-то у меня? Ее нет, что ли, тут? На ВК вроде работает. А, я, наверное, отключал ее последний раз. Мы с музыкой же играли. Давай вот так вот. Ну, вроде пошло, да. Пошло, пошло, пошло. Я немножко убавлю вам крики фриков. Вот так вот. Испытание, окружение. Так. Нет, это мне не нужно. Мне нужны перекаты. Я хочу сейчас, знаете, как попробовать удерживать, научиться нормально здесь держать множитель. Но это сложно будет сейчас, конечно. Так, где перекаты? Джокер, Джокер. Что хотел взять-то? Вот это. А, да, этих боссов-то можно колотить, ребят. Не забывайте. В батлграунде. Так, попробуем. Окружение. Ребят, не забудьте лайки прожимать. На ютубчике, я думаю, выложу трансляцию. Вот, не забывайте подписываться на Трово ВК Плей, кто будет смотреть. Трансляции сейчас пока только здесь. На ютубе в ближайшее время не предвидится. Так, и что еще? Спасибо всем за поддержку. Так, надо аптеки взять. Не, боссов можно в любой. Вообще, на Трово все можно делать вне стрима. Без разницы. Главное, на канал заходишь и колотишь, колотишь. Блин, а что-то после этой игрухи сложно. Но могу сказать, что, в принципе, игра неплохая была. Зов Ктулху. Вам вообще понравилось, ребят, как? Ваши впечатления? Старая, но удаленькая игруха. Ну, как по мне. Давайте множитель моментально сейчас падает. Я ничего не могу с ним сделать даже. Тут надо еще маршрут какой-то отработать интересный. Чтобы я... Блин, у меня голова, вот и я как в тумане уже сейчас, ребят. Надо прям на это, на отдохнувшую голову. Во вторник какой-то это день вообще прям. Не понедельник, но уже задолбался. Так, 29. Попробуем сейчас. Чё? Так, можно чаще надо стрелять, я так понимаю. Я тогда проходил, я там миллионов 14 здесь набил, но я уже... Это забывается со временем. Вот что могу сказать. Забывается, и ты как бы это... Отвыкаешь уже. Кстати, неплохой проходик сейчас я нашел. Ну вот опять у меня множитель упал. Надо подождать, когда их будет больше, этих чуваков, я так понимаю. Ну, СМП-шку тоже надо взять, как считаешь? А я ее выбросил, что ли? А, нет, а почему она... Ну ладно, это косяк, я понял какой. Не знаю, взорвется и достану, не достану. Взорвалось, да. Но по щам получил. Спасибо, Анют, большое. Спасибо. Так, хорошо. Подвисло что-то. Сейчас, секунду. Работай. О. Тридцать семь убитых фриканов. Попробуем сейчас на множитель переключиться. Ну, не уверен я, что я его смогу удержать, потому что фриков пока немного гонится. В прошлые разы, когда мы тоже с вами играли, такая же была проблема. Фрики быстро заканчивались. И множитель просто негде был набить. Ты по ним стреляешь, а их просто потом нету. Что делать? Не знаю.
Там сабочку дают, что ли? А я даже не слежу за этим, не знаю. Заберу, тебе отдам. Так. Попробую сейчас. Опять множителя нету. Они сзади уже идут, да? Да. Я не знаю, что-то с этим... То ли я разучился, ребят, то ли что-то произошло с этим испытанием, и... Как-то странно, тут стали фрики появляться. Мне это не нравится. Очень мало их. Может быть, потом будет больше, конечно. Это очень сложное испытание. Я хотел к нему вернуться. Но не знаю, получится у меня или нет вообще. Здесь что-то набить, как раньше. Тренироваться надо. Может быть, тренировочку сделаем в выходной еще. И вообще в испытание погоняем еще. Окружение это сложное. Это даже вообще... Ну, кто пробовал, тот знает. Хорошо, идут приканы, неплохо. Да, может быть, в выходной заборемся в ДГшку. Есть еще одна игра в планах на выходной. А пока под вопросом. Ну вот они кончились, вот что мне делать, ребята, вот что мне делать? Нет фриков. Нет фриков, нету множителя. Все. Да, Лео, спасибо за элики, спасибо. Ну, давайте попробуем. Че, мне придется их убивать, так. Ну, мало-мало, вы посмотрите на эту толпу, ну, блин. Очень мало фриков. Ой, не знаю. Может быть, это исправится само собой как-нибудь потом. Станет больше. Ну, на лесопилке их тоже потом становится больше, так что... Возможно, это исправимо со временем. Со временем они набегут, если их не убивать. Посмотрим. Но у меня еще бомбы всякие, манки и так далее не использованы. Будем пробовать еще их использовать. Так, и нам надо посмотреть. Убивать врагов нужно с помощью бочек, это понятно. Убить 100 врагов с помощью ловушек, собрать не менее 250 фриков ушей. Pacific Drive. А что там такое? Напомни, я что-то не помню, честно говоря. Это экшони какой-то? Или я что-то путаю? Кто-то мне про нее писал уже. Не онлайн случайно там? Шутер какой-нибудь. Как будто я где-то слышал уже про нее. Что-то такое знакомое. Да. Я же не знаю все игрухи еще, ребят. На машине ездить. А что там делать? Но она не онлайн, надеюсь. Не хочу в онлайн играть. А на машине есть, и что там, зомби тоже всякие? Ну, если она сингл и какая-нибудь интересная, почему нет? А, она новая? Надо будет загуглить тогда. Посмотрю ее, посмотрю. Я не играл просто. Твою-то налево. Не, в онлайн-игры я просто наигрался уже, не хочу. Я столько времени в свое время убил на них, что... Пропустил очень много синглов. И поэтому мне уже не интересно. Не, ну я могу иногда поиграть, но уже как-то... Мне всегда нравились именно обычные игрухи с хорошим сюжетом. Кайфово проходить.
Сейчас, кстати, сел за Lies of P. Вот. Диман, кстати, спрашивал, почему я не прохожу на стримах. Потому что игры для меня, которые а-ля Dark Souls или Elden Ring, это не для стримов. Это прокачка, это скукотища, это очень много времени нужно будет тратить вам, чтобы вы смотрели на то, как я качаю уровни персонажа, как я по 10 раз пытаюсь убить одного и того же босса. Бегаю туда-сюда к костру, грубо говоря, прокачиваю и все по одному и тому же маршруту. Ну, то есть такое себе. Lies of P, в принципе, то же самое. Мне она показалась поначалу сложненькой, а потом я понял, что она даже легче тех же соусов. То есть я бы немножко в ней привык уже так. Ну и так и поигрываю по полчасика, минут по 40 в день. Просто на расслабоне. Ну, захотелось какую-то поиграть вот эту вот а-ля Dark Souls. Elden Ring я прошел. Вот. Сейчас еще вышло вот это, которую все играют. О, мне конец, да? Ладно. Black Myth, которая Wukong, или как она там, про обезьяну китайская. Ну, пусть я наиграются, пусть патчи выйдут, а я потом как-нибудь возьму ее. Мне пока Lies of P хватает. Я думаю, мне ее надолго хватит. Зато кайфовая. Зато такие игры типа соусов, они... Ну, они интересны. Сложновато, но интересно. Lies of P мне напомнил, кстати, знаете, это... Своими марионетками он мне напомнил... Ну, они просто похожи. Блин, а что я делаю? На этот Atomic Heart просто фигурками вот этих вот. И тема, то, что машины восстали против людей, начали убивать. Своей атмосферой и уровнями она напоминает мне Bloodborne. Вот прям вообще, мне кажется, копировали прям под копирку всю эту тему. Даже с людьми, которые сидят в окошках с заколоченными окнами. Вот. И механиками левой руки, где она у него, где у него протез там стоит у этого чувака. Это с Sekiro взяли. По крайней мере, вот, вот это я понял, что очень похоже. В общем, понятно, да, какими играми вдохновлялись разработчики этой игры. Ну и, соответственно, все остальные механики это просто голимые такие Dark Souls-овские механики. А блокировки там как таковой полной нету. То есть блокировать ты... Немножко интересно сделана блокировка там в игре. Блокировать у тебя никаких щитов нету, ты отбиваешь удар оружием, и, соответственно, у тебя тратится часть ХП. И эту часть ХП ты, если нанес удары противнику, можешь восстановить за счет этих ударов. Довольно-таки интересная механика, такую я первый раз вижу. Ну вот, и там опять же усовершенствование вот этого протеза есть. Это то же самое, что в Sekiro. Там тоже были разные протезы, их тоже можно было апать. Это прям вот оттуда взяли. Один в один почти. Так. Что мы делаем? Фриков нету? Надо что-то делать. А так игра интересная. Ну, мне понравилось. Я как любитель Dark Souls'ов всей этой серии, я прям вообще... Думаю, ну вот, хоть в что-нибудь еще погоняю. Для разнообразия. Запас сил иссяк, это нехорошо. Но я могу сказать, что Lies of P, она полегче будет. Я думаю, на уровне Elden Ring. Но если взять Bloodborne, то близко не стояло. Bloodborne сложнее. Вот. Но поначалу сложно будет, да. Хотя Lies of P, наверное, тоже. Но знаете, там... Прокачка как-то быстро идет. И боссов можно легко заваливать. По крайней мере, тех, что я убил уже. Я думал, будет сложнее. В Bloodborne у меня так сразу не получалось. В Bloodborne там вообще как таковой блокировки нет никакого ударов. В Bloodborne там
Там чисто у вороты. Там вообще блокировать нельзя никакие удары. А в секиру можно мечом. Ну вот я думаю, они что-то оттуда взяли. Так. Не ожидала от тебя, не ожидала. Что именно не ожидала? То это ты не ожидал такого, Анют. Я любитель Dark Souls в самой первой части. Это офигенная игра. Ну а на стримах мне неинтересно будет в них играть. И вам смотреть тоже. В них надо играть не спеша. Не спеша, не торопясь. Там плюс еще такие локации, что ты просто можешь идти, упасть и разбиться насмерть. И потом заново. И так раз 10. Такое себе, да, зрелище. Самое сложное для меня было это секира. Я когда начал в нее играть, я понял, что весь мой навык прохождения Dark Souls и Bloodborne это вообще ничто по сравнению с секира. Надо полностью пересматривать свои возможности. Но игра огонь вообще. Секира шикарен. С удовольствием, наверное, перепрошел бы как-нибудь, если было время. Я не знаю, но фриков мало, ребят. Я не успеваю набивать то, что хотел бы набить. Стараюсь бить как могу. А почему мазохисты? Нет, это тебе так кажется. Ты просто не играла. И не окуналась в эти игры полностью. Поначалу кажется сложной. Но стоит тебе пройти хоть одну игру. Хотя бы первую какую-нибудь там или... Ну там Elden Ring, сейчас все знакомятся с такими играми, этот Elden Ring. Elden Ring упрощенная, Dark Souls. Стоит пройти, потом затягивает. Потом они не кажутся такими сложными. Да, в каких-то моментах там сложно, приходится потеть, по 10 раз перепроходить. Но это, черт возьми, интересно. Demon Souls я еще прошел, который этот ремейк вышел на PlayStation 5. Это еще на третьей консоли было. С удовольствием прошел. Они плачут, страдают, ругаются, получают по жопе, но снова идут и снова. Куда? В Dark Souls, что ли? Да я говорю, нет смысла играть в них на... На стримах. Потому что это неторопливая игра, которую нужно прям вот исследовать. Качественно, долго. Не, было бы у меня время, например, если бы я занимался только стримингом, грубо говоря, да? Например, как рабочий день, сел на 8 часов. И сидишь, короче. Ну вот это да. А так нет. Поэтому у меня прохождение Elden Ring растянулось, наверное, месяцев на 8. Когда я ее проходил. Очень медленно, не торопясь. Когда есть время, по чуть-чуть. Ребят, фрики закончились. Фриков нет. Ладно, мы немножко отвлеклись. Вроде у нас даже немножко множитель подрос. Давайте продолжаем убивать фриканов. Вроде я даже вижу новую партию. Прибежала. Да, довольно-таки большая, кстати. Может быть, вот этот момент настал, ребят, когда фрики прибыли к нам в большом количестве. Очень надеюсь. Так, полетели. Угу. Про дарки забыли. Погнали. Угу. Сейчас смотрю патроны, сколько у меня, возможно, стоит. Сейчас уже немножко их пополнить. По центру пробегите. Пробегусь. Пока надо это немножко здесь пройтись.
228. Так, ну неплохо. Так, давайте пока вот этой постреляем штукой. Они сейчас обходить меня будут, я наковырял их очень много уже. Надо сейчас развернуться и дать шоты. Так, ну вроде как будто бы это, ребят, пошла тема. Потихоньку, вроде идет. Нам уже золотишко даже накинули. Надо уходить, они обойдут сейчас. По крайней мере, уже близко они. Убивать немного буду. Мы сейчас попробуем их здесь удержать. Нормально. Ловушку им потихонечку тоже крушим. Полетели. Вот тут надо побольше убить их, стараться. Ну тут уже обход пошел, да, я вовремя, можно сказать, вовремя свалил. Вовремя свалил, я говорю. Так, у меня что по хилкам? Я ни одну еще не тратил, да? Отлично. Так, на ловушке есть патроны, сейчас здесь возьмем. Пусть будут. Опасно. Давайте пока минами, пока их много, мы на открытом пространстве, будет нормально. О, не, не очень, ладно. Манок. Вот эту штуку возьму еще. Почему-то у меня не перезаряжен. Ладно, разберемся потом. Там рвануло, да? Но их еще не особо-то убило, я вам скажу. Такое себе. Очень неплохо идут за нами фрики. Прям отлично, я бы сказал даже. Успеваем наколотить какую-то часть. Так, я уже получил по лицу. Попробуем бомбу. По центру надо будет пройтись, но пока рано. Ладно, пока не будем. Сейчас вот этим постреляем. Я так понимаю, меня обошли. Придется хилиться. Пропустил момент. Как так-то? Это какой кинул? Это просто манок, да? Придется выжечь их, ребят. Придется выжигать, если они не обойдут. Меня что-то это пугает, честно говоря. Обходят, да? Ну ничего страшного. Так, давайте ADF-ом попробуем сейчас покосить их чуть-чуть. Я успел без потери ХП, да? Это неплохо. Нормально. Попробуем так. Не уверен, что зацеплю, но вроде что-то зацепил, как будто бы там небольшое количество фриканов есть. Но манков немного остается, кстати. И патрончики начинают заканчиваться. Сейчас будем выходить на центр, я думаю, потихоньку. Сделаем небольшой такой пробег. За патронами и бочками, там можно бочки разрывать. Если фриков прям будет много... будет неплохо. Но это чревато моей смертью. Так что имейте в виду. Патроны, да? Давайте возьмем. Так, бомба дистанционным подрывом. Ну, можно поставить одну. Здесь на пулемете придется сдерживать их. Как бы сзади не обошли. Но вроде не горит красный. Горит. Попробую так пострелять хотя бы немножко. Блин, всего один фрик прибежал и все испортил. Представляете, как обидно? Да, это очень обидно было. Я мог бы хорошо постоять здесь. А сейчас получаю просто. Обидно. Что за игра? Days Gone, крокодил. Days Gone. Не забывайте сердечки прожимать на ВКшке. Спасибо, ребят, всем за поддержку заранее. Так, попробую сейчас наверх подняться. Сейчас постреляю. А, по центру хотели мы, да? Да, наверх пока не пойду. А по центру я не пройду. Придется наверх.
Они перекрыли мне проход там. Это я зачем сделал только что? Дурацкая привычка. Ладно. Не знаю, кину, наверное. Ну, зря кинул так. А надо было не кидать. Ладно. Проходим здесь. Постараюсь проскочить. Блин, опять я получил. Давайте отхилимся. Так. Надо тратить равномерно патроны, чтобы потом еще пополнять боезапас нормально. Чтобы не только одно оружие пополнялось у меня сразу все. То есть пострелять с этого, пострелять с того. Ну, вы поняли, да, принцип? Офигеть, их сколько. Так, ну у нас с вами прогресс есть небольшой. Это хорошо. Ну, обидно, конечно, то, что мы на Ютубе не можем стримить. Сейчас бы, ребят, кто смотрел, было бы больше намного. Но... Ютуб приказал долго жить. Обойдут. Блин, я слишком это разошелся. Ну, в принципе, не страшно, так-то что. Уйдем потихоньку. Вроде даже взрываются они. Так, ну это плохо, конечно, то, что я пошел в эту сторону опять. Плохая была идея. Надо по центр, на центр тогда сейчас выходить. Какие мне варианты? Патронов там возьмем, отожмем, попробуем. Блин, а тут совсем все плохо, что ли? Давай патроны, хотя бы бочки. Так, у меня есть какой-то манок. А, ну вроде есть, хорошо. Там еще патрончики есть. Пойду возьму. Взрываем. Хорош. И туда же еще один. Сейчас будет неплохо. Сейчас будет шикарно просто. Ну, другое дело. У нас еще гранты, кстати, не забывайте, ребят, есть. Мы их сейчас будем использовать. Маловато. Так, ну они, видите, где рождаются, да? Получается, и там, и там. Мне сейчас идти за эту не стоит. Они там сейчас появятся толпой. Нам в другую сторону бежать. Они меня подрезать будут и по центру сейчас. По центру, на центр так у меня не получается выйти нормально. Нехорошо. Обойдут сейчас, да? Блин. Как же они меня подлавливают-то? Походу, мне конец. Я могу отхилиться, попробовать уйти еще. Потратился очень много. Ну ладно, буду знать, что тут плохая идея так бегать. Это опыт на будущее. Так. Блин, зачем я камень опять бросил? Не знаю, я бросаю, куда попало это все. Сейчас рванет там, наверное, да? Блин, туда гранату бы еще. Идиот. Что сделал-то? А ладно, хотя нормально. Пойдет. Кровавые трофеи. Хилочку-то я взял, да? Сделаем ставку на усталость. Все-таки я уставший. Сложновато. Да, не очень, конечно. Т
Так, и нам бы как бы сейчас бы это, ребят, не опростоволоситься на ровном месте. Надо за патронами, за хилками идти. Но у меня одна есть. Так, ну мы вышли на центр. Сейчас знаете, как лучше сделать? Через центр пройдем. Поведем толпу за собой и уйдем за собой, за собор. Но надо найти правильный маршрут еще. То есть тупо так бегать, как сейчас, вообще не стоит. Нужно правильно вести за собой орду. Уничтожать ее потом. Попробуем сейчас так. Максимально их подальше сейчас уведем, чтобы они не могли меня там обойти. Теперь можно хилиться. Получил, блин. Здесь бы, вот, если бы прокачанный был персонаж, было бы шикарно. Ну, типа как в сезоне распродаж. Тут такого счастья нет. Попробую здесь накосить максимально сейчас. Пока не обошли сзади. Я не пойму, как будто бы сзади уже идут. Да. Надо все-таки искать правильный путь какой-то. Но разберемся потихоньку. Проблема в том, что еще здесь патроны не бесконечные на карте. Здесь же нет, как в сезоне, распродаж покупок патронов. Оружия и так далее. Тут все ограничено. Пока на гранате попробую их удержать тут частично. Мне надо восстанавливать выносливость, а как мне ее восстановить, если они мне это сделать не дают, в принципе. А здесь мы, кстати, надо было вначале забрать этот, помните, здесь валяется. Все, забываю. Там гранаты можно было забрать и манки. Я забыл эту тему, которую мы в прошлый раз пробовали делать. Ну ладно, небольшая практика сегодня тоже хорошо. А, уже обошли. Тоскливо. Не, ну на 3 миллиона мы сегодня вышли, это уже как бы неплохо. Надо за хилочкой бежать сейчас за какой-нибудь. Иначе я не выживу просто. Все, блин, на последний удар я сейчас отвалюсь. Так, где у нас есть хилка какая-нибудь? Попробуем сейчас. Попробуем. О, нет, уже не попробуем. Это плохо. Да ладно, серьезно? Блин, я сдох. Все, ребята, у меня бега нету. У меня конец. Почти. Какой-то бег я восстановил все-таки. Удивительно. Не знаю, как я это сделал. Последний момент. У нас есть фуги. Мы сейчас эти фуги раскидаем быстренько. Так, ну я помню, в принципе, где хилка-то есть еще одна. Даже три. Пробуем ее забрать сейчас. Хотя бы одну. Патроны можно взять. Ну вы знаете, где хилочка, да? Наверху. Летим наверх. Ну, сейчас будем пытаться здесь это отбиваться от них, если получится. Патроны. Надо не забыть, потом патроны будет здесь взять. Буду максимально пытаться их здесь удерживать.
Пошли вон отсюда. Бочка смущает, я могу сам себя подорвать. Не хотелось бы. Ну, пусть лезут. Один какой-то вылез. Буду стараться максимально здесь сейчас найти. Вот это место, кстати, кайфовое. К нему надо привыкнуть. Можно столько фриков наложить. Просто супер. Ребята, кто-нибудь стрим еще смотрит вообще? Кто-нибудь там есть живой у нас? Ба, ну что-то они прорвались, я вам скажу так. Это прям что-то не весело уже. Мне кажется, я уже не выдержу тут их наплыва африканского. Надо уходить. Причем быстро. Очень много их, ребята, очень много. Ба, ну орда очень большая стала. Вот сейчас уже все серьезно пошло. Я не могу даже... Блин, я даже остановиться не могу, они меня сразу прессуют. Все, я понял, ребят, смотрите, спасибо. Читаю, читаю, вижу, вижу. Так, надо как-то это... Блин. Что под... Фу, блин, у меня же руки вспотели. Сколько времени мы бегаем? Часок бегаем, ребята, расходимся. Вон там еще аптека, и вон там аптека у нас с вами. Незабранная. Надо бы забрать. Проблема во фриках, которые здесь бегают везде. Надо на лестницу успеть залезть, прежде чем они меня подловят. Я так и знал, что я получу. Никогда так не получается, чтобы прям это, не попали. Козлы вообще. Время. Слишком долго бегаю. В этом проблема, тут еще время заканчивается очень быстро. Давайте отхилимся. Перестраховка такая. Тоже заберу. Да забери ты уже. Ну все. Стоит и думает, что это так долго-то? Так, надо бочку эту взорвать попробовать. С кучей фриков, если будет возможность. Не, не особо, конечно. Хотелось бы побольше. Да я не успеваю даже отстрелять их. Слишком много. Блин, когда же вы закончитесь-то, а? Блин, мне бы передышку прям небольшую. Мне приходится зажимать гашетку, я по-другому их вообще не могу остановить. Нормально. Пойдет. Так, пробуем этим немножко пострелять. Пустой, да, почти? Не, нифига, тут еще полно осталось у меня. Я зря, наверное, так много их убил. Они меня сейчас со спины обойдут. Да. Тут как бы можно еще вот эту штуку использовать. Да, будем использовать. Какие варианты? Будем тормозить их сейчас дымом. Так, патроны. Гонь. Надо стрелять. А я множитель потерял в какой-то момент, да? Походу, да. Ну ладно, 5 лямчиков мы набили. Я где-то, видно, долго бегал, когда время потерял, походу. Вот я говорю, где-то надо подловить этот момент. Да, множитель упал. Ну ладно. Тренировка есть тренировка. Ничего не поделаешь. Но я могу сказать так, она неплохо проходит у нас. Нормально. Ну, какая-то система вырисовывается. Может быть, у нас и получится потом что-нибудь интересное провести. Тибетские мантры? Чё?
Не знаю, о чем ты. Так, а вот тут, кстати, я могу их нормально наковырять. Попробуем. Если опять же не обойдут. Да я просто так ему врезал по лицу. Так, нам надо за хилкой еще заодно сбегать. Еще у меня одна есть. Патроны нужны, которых нет вообще. В принципе, уже заканчивается IDF. IDF остался, остальное уже почти закончилось. Все. А за хилкой мне удастся прорваться здесь по центру, если пойду. Но в принципе успеваю. Короче, не больше 30 секунд нужно бегать. Иначе тайминги слетают у нас. Да, множество слетает, если, наверное, дольше бегаешь. Очень быстро слетает причем. Не даю им пройти, но постараюсь, по крайней мере. Но они все равно вылезут, я их не смогу всех удержать. Да, они меня просто выдавили. Массой. Африканской массой. Так, за патронами. Наверху, я не помню, там что-то оставалось, или мы вроде упали, да? Две хилки у меня есть, там мы патроны взяли. В доме я не помню с хилкой. Тут тоже ничего нету, значит, я уже забирал, да, отсюда? Когда успел. Это вопрос. Так, патроны, где же еще могут быть? А, вот лежат, вижу. Это хорошо. Это радует. Так. Вопрос, куда мне бежать сейчас надо будет? Вот это вот проблема. Потому что они меня сейчас будут подрезать справа. Надо хилиться. Здесь пока не экономим хилочки. Патроны могут быть еще, кстати, по центральной дороге, если пойду. Сейчас, если я побегу опять туда, я ничего не найду. Так. Там я забирал. Но, видите, патрон заканчивается на карте. Все, ну даже засыпаешь? Давай, спокойной ночи. Но мы еще минут 15 и, наверное, расходимся, да? Я думаю, да. А может быть, уже сейчас отвалюсь. Блин, ну да. Хилка-то у меня сейчас закончится. Ну, давайте пока бегаем. Максимально выживаю. А там, видимо... Ба, вот сюда бы, конечно, гранату. Там были патроны, кстати, видели? Надо запомнить это место. Можно будет сюда их заманивать, кстати. В большом количестве. А потом гранату или лучше этот напалм туда. У меня, кстати, был напалм. А, я же подобрал где-то, да? Серьезно? Надо будет его заюзать тогда сейчас как-то. Надо найти какое-то удобное местечко, где их поджарить. Патроны. Здесь могут быть... Где-то здесь тоже валялись, если я правильно помню. Могу ошибаться. Надо будет проверить. Так, тут вроде бы тоже... Вот, тут еще есть. Окей, неплохо. Падаем вниз. Ну вот, как бы сейчас попробуем уже как-то более-менее по ним пострелять. Поджарить надо будет только где-то еще их. Может, на тачку залезть. Попробуем. Она не лезет. Серьезно? Тогда полезли на эту, на крышу. С крыши можно будет поджарить хорошо. Тут патроны еще где-то валялись, я помню. Вот. Нормально. Вот теперь мы затарились. Первая пошла на сон. Да, сейчас все на медите. Сейчас все разойдутся.
Сейчас максимально перебью тех, которые по лестнице ползут особо резкие. Этих поджарим. Можно уже. Сам себя подпалил. Бывает. Так, последняя хилка у нас. Как бы. Ну все, отбиваемся здесь тогда. Там надо будет патрончики еще успеть забрать следующие. Ладно, уже свалился. Я что-то разогнался просто. А почему звука нету? Как-то странно. Я не слышу фриков. Вы слышите их? У меня только музыка играет. Да, я подумал, что их вообще нету. Без звука. Так забавно. Ну, слушайте, можно наколотить тут что-нибудь интересненькое. Надо просто постараться. Ну и главное, чтобы звезды сошлись. Почти... Ба, почти убили. Вот черти. Ничего, живем пока. Это больше хилок у меня нету. Без вариантов. Я, кажется, все собрал, которые можно было собрать здесь. Не помню, где еще могут быть. Да, ребят, спокойной ночи всем, кто спать собрался. До четверга. Надеюсь, что стрим будет, и мы с вами в Red Dead Redemption еще поиграем. Блин, все-таки попали по мне, да? А я не выживу тут. Все. Блин, как я... Беги. Ух, черт. Я выжил. От черти, я не дамся так просто. Умрите. Я не знаю, как я это успеваю делать. Это просто... Это уровень рефлекс каких-то уже. Ладно. Так, ладно, попробую еще покосить их чуть-чуть. Это уже мой предел, с патронами не густо. Обходит справа сейчас, да? Я в дома бы еще зашел, но я не знаю, как мне потом оттуда выбраться, в этом проблема. Патрончики есть, хорошо. Можно с пулемета сейчас погасить их тут. В переулке. Переулок, кстати, кайфовый. Привыкнуть надо к карте. А так нормально можно их косить. Угу. У нас уже 7 лямчиков есть. Нормально, нормально. Если бы я множитель не сбил, то сейчас бы у нас 10 было, наверное. Есть к чему стремиться, как говорится. Мы знаем с вами, где патроны уже лежат, по большей части. И вначале надо будет, перед тем, как лететь сюда, зайти в этот в холодильник и там забрать все. Спасибо, Винт из Омска, за ману. Что, у нас какой-то бокс работает, что ли? Блин, ну тут я уже не уйду. Вот это плохой маршрут, я его не люблю. Шанс есть, конечно, если перекатом. Там вроде это лежала скрипка, да, наверху. Давайте попробуем взять ее. Патроны вон еще. Но, блин, это опасно. Да, это чикагская. Она полная вообще? Да, она полная. Даже с боекомплектом. Это хорошо. Чикагская, это здорово. Так, патрончики, может, еще где найду? На крыше были патроны, пойдем туда. А, 3 часа, бокс. Понял, понял. А я думаю, что такое, вроде разыгрались там что-то.
Так, а тут есть еще патроны? Вот тут, вот в самом доме. Тут еще две коробки, прикиньте. Да мы просто с вами счастливчики. Ой, я испугался, думал, фрики живые. Хорош. Так, я попробую сейчас вот это забрать, еще коробку. Ой, да тут коробок-то, ребят, офигеть, сколько. И с вами сейчас еще фриков наколотим. С патронов запас тут. Слушайте, ну для тренировочки такой спонтанный, я вам скажу, неплохо. У нас с вами получается. Пойдет, пойдет. Что я могу сказать? Что пойдет, черт возьми. Я даже не рассчитывал на 7 лямчиков. Думал, лямов 5 набью. Максимум, прям просто максимум. Сейчас вроде даже неплохо. Ба, ну они меня прям заставляют нервничать вот этими своими выскочками. Выскакивают они прям резко. Сзади еще. Да, тут сейчас выйдут. Чувствую их. Я уже чувствую их. Вообще по карте смотрю. Вау, полегче. Тут надо не убивать их много, иначе они обойдут слева. Да, я думаю, так будет правильнее. Слушайте, ну Сара неплохая девчонка. Она опять творит какие-то вообще дикие вещи. Так, а тут я патроны забирал, да? Скрипочка, прям вовремя нашел ее. Очень удачно. Так, вот в этом доме как будто бы что-то может быть. Я попробую заскочить, но не факт, что что-то найду. Что там какой-то дурацкий, тут ничего нету. Серьезно? А я рассчитывал. Так, они рождаются там, прям за домом. Ба, они рождаются вообще везде. Это нехорошо. Куда мне от них убегать-то? Да не везде, ребят, я все. Может, в обратку пойти? Как думаете? О, вариант неплохой. Так, попробуем в обратку. Тут же никого нету? Да, они за мной, в принципе, не гонятся. Наверное. Это не точно. Так, ну да, никого, я не вижу их. Так, ну какую-то часть я наколотил. Хорошо. Блин, вот эти патроны я не возьму тут. Тут их как бы много слишком фриканов для меня. Надо теперь думать, где еще патроны отжать. В этом доме я забирал. Надо второй этаж зайти. Там, мне кажется, что-то было вот здесь. А, я забирал. Так, и тут я тоже все забрал, да? Блин, какой я жадный, все забрал уже. А что делать? Так, ребят, судорожно вспоминаем, где еще есть патроны. Вот они. Нашел. Еще нашел. Кайф. Теперь мы знаем этот дом, можно залетать в него. Это хорошо. Это очень хорошо. Тут еще... А, тут еще патроны валяются. Нормально. Я знаю, куда я пойду дальше. Так, сейчас мы с вами что сделаем, смотрите. На МГшке их здесь остановим. Попробуем, по крайней мере. Перебьем как можно больше. Да, блин, это плохо. Ладно. Блин, я не пробьюсь тут.
Слишком много фриков. А здесь могу разбиться, у меня здоровья маловато для прыжка. Блин, повезло просто. Я думал, и все, сейчас ноги поломает. Было близко. Они что, меня сзади обходят уже? Я чуть не пойму. Не должны же вроде. Да, походу. Блин, как же они успевают-то, а? Откуда-то по одному фрику вылезают и подлавливают меня вот этими ударами. Я не успеваю среагировать. Ба, какое же сложное испытание. Это вообще дичь. Просто дичь. Надо было вот так играть с первой хилкой вообще. Как будто меня сейчас убьют. Вечно потрачу все хилки, а потом бегаю ваншотный. Почему у меня такая дурацкая привычка, я не знаю. Пойдем на крышу, там обороняться шикарное место. Че я бегаю по кругу, как дурачок? Надо выбирать топовые места, короче, и туда возвращаться, как на лесопилке, и отбиваться от них. В этих местах. Дверь закрою. Я дверь закрыл. Патроны возьму как раз, пока они там тупят. Хорошо. Слушайте, а тема, да? Дверь закрыл, нормас. Так, что по патронам? Я все забрал или что-то осталось тут? Осталось. Все, кайф, убиваем. Я буду пока на пулемете, я буду их сдерживать максимально. Он позволяет, по крайней мере. Обойма большая. Вот когда их уже много начинает лезть, 5 рядов, то я уже не могу, конечно, их удержать. Это уже нереально. Ну, приходится уходить. Какие варианты. Так, ребят, идем сюда. Я думаю, сейчас на Чикагской попробуем их тут. В этот дом я не пойду. Я помню, в него заходил. Я не выжил, когда зашел в этот дом. Блин, они просто родились передо мной прям. Это катастрофа. Так нечестно. Блин, они просто передо мной родились. Такой же... Какая же подстава? Я на это не рассчитывал. Мне конец. Может, выживу? Это не точно. Твою мать. Ладно. Я выжил. Я не знаю, как я это сделал сейчас. Там еще вода была. Ребят, спасибо за поддержку всем. Спасибо, что смотрите. Ну, там, наверное, тоже не смотрит. Все, наверное, ушли. В записи посмотрит. Так. Я не знаю, я пытаюсь отбиться максимально. Как могу. Здесь у меня получается. Это патроны еще были, я помню, можно взять. А где? Мне кажется, я где-то здесь не брал патроны. Да, вот они. Отлично. Вот здесь патрон нашел. Так, мы сейчас всю эту толпу поведем туда. Пробуем. По крайней мере. Да, она у меня застряла что-то в этот момент. Я не понял, что произошло. Зло застряло. Я восстанавливаю выносливость как могу. Так, мне надо восстановить ее. Бегать придется сейчас много. И желательно быстро. Попробую сейчас здесь наколотить их. Здесь как бы самое козырное место. Патроны есть. Поехали.
Нормально, мне кажется, нормально. Главное не получить сейчас лишний удар. Лишний удар мне сейчас вообще не нужен. Мне нужно сейчас бежать просто. Сейчас бежать. Я где-то помню, там были патроны, мы сейчас к ним устремимся. У меня все нет, ничего нету, да? Ну да, почти все закончилось. Толпа фриков просто летит на меня. Бесконечная. Я патроны, наверное, не успею взять. Я чувствую, я сейчас сам сдохну. Если так будет продолжаться. Не знаю, как я успел. Все. Ух. Слушайте, мы почти добрались до моего рекорда. 13 лямчиков, а было 14. Я думаю, в следующий раз мы попробуем побить этот рекорд мой. Очень неплохая сейчас была тренировочка. 13 миллионов, да, чуть-чуть не хватило. Но это еще просто потому, что я потратил все хилки. Была хилка про запас, и я бы... Надо вообще играть, как будто у меня нет хилок с самого начала. Вот. И в какой-то момент и в середине, я, помните, потерял этот множитель. Хотя там уже было 1000 где-то. Ну, нормально, нормально. Мне кажется, неплохо получилось. Ладно, друзья, всем спокойной ночи. Спасибо всем за поддержку канала. Увидимся в четверг на Red Dead Redemption. Всех жду. Не забывайте канал. Пока. Да, кстати, берегите себя, не болейте, всем здоровья. Да-да-да.